Здравствуйте, разрешите? Здравствуйте, проходите. Да, здравствуйте. Спасибо. Рад вас видеть. Спасибо. Его тоже медали. Футбол. Стрельба. Шапку берет. Знаю немножко традиции дивизии. Угу. Всегда будет в вашем сердце, а вы в сердце нашего подразделения героического. А когда срок у вас? Еще месяц. Но я уже готова. Это же девочка, да? Да. У меня даже собака девочка. Теперь одни девочки. Мальчики впереди. Я работаю кинологом в частном порядке. У меня ИП, частные занятия, групповые занятия. Вот. И всю клиентскую базу, которую я нарабатывала, сейчас придется посадить тоже в декрет. Мы знаем, что пополнение в семье. Это служебная квартира? Угу. А Ева сказала, что хочет свою квартиру. Да? С мамой. Поэтому решение такое найдено. Вам, многодетной маме, практически супруге, вдове героя. Поэтому у нас сегодня такая приятная миссия. И новоселье к вам приедем. Попозже. Если пригласите. Конечно.